Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. И сегодня мы с вами, наверное, будем завершать игру Doom Bed. Нам осталось пройти всего лишь два уровня. И давайте, пожалуй, приступим. Значит, 14-ю миссию и 15-ю нам нужно пройти. Я не скажу, что это будет, наверное, легко, но постараемся. Так, ну что, давайте начнем, наверное, со стандарта. Я вот не знаю, брать ли мне акулу или не брать. Наверное, скорее всего, возьмем. Да? Я думаю, что она нам здесь поможет. В прошлой серии она нам очень хорошо зашла. Поэтому... Так, погоди, где она у нас? Вот здесь, по-моему, да? Так, акулу и, конечно же, берем с вами миньонов. Миньонов возьмем вот этих. Ух, так, смотрим. Вроде бы все как полагается у нас. Поехали. Так, 14-я миссия. Два подхода у нас здесь и две принцессы, да? Да, две принцессы. Ну, начинаем, ребята, с генераторов, естественно. Так, они пойдут с самых низов, скорее всего. Поэтому, вон, они уже ползут, ребята, они уже ползут. Давай начнем, наверное, так. И миньонов поставим. Вот, и сюда, наверное, вот так вот влепим. И заморозку, подожди, подожди, заморозку вот сюда поставим. Давайте щупальцу влепим. Так, потом, куда эти двери ведут, я пока, ребят, не знаю. В каком направлении они будут открывать нам этот проход. Так, пока вроде бы справляются. Ребят, справляемся мы пока с вами, смотрите-ка. И причем довольно неплохо. Оп-оп-оп, а вот это нежданчик. Теперь еще и выше этажом. Еще и выше этажом, ребята, они... Давай тогда делать так. Как можно быстрее бомбить их всех. Блин. Ниндзи. Они пойдут, наверное, наверх, вот сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, не надо. Не надо так буянить, пожалуйста. Я умоляю, не надо здесь мне делать какие-то пакости. Все-таки один как-то прорвался наверх. Слушай, это печалька, ребят. Давай вот сюда поставим тоже миньонов. Они сейчас будут... А, все, я понял, ребят, они идут наверх, туда, к верхней принцессе. Слушайте, но не стоит забывать и о том, что, ребята... Так, там внизу уже стреляют, я слышу. Я слышу выстрелы. Слушай, ты достал тут уже, олух. Надо еще, ребята, одним генератором... Так, а вот эти вот куда идут? Вот для меня какой вопрос сейчас. Куда вот эти рыцари бегут? Ну, ребят, есть какие-нибудь предположения у вас? У меня пока нету. Но я знаю, что это добром не кончится. Так, смотрим, у нас принцесса, вон она. Ага, все, я теперь понял. Все, ребят, я понял, значит, они, короче, вот в этих воротах перемещаются. Да ладно тебе, хорош, успокойся. Так, они идут наверх, они идут к верхней принцессе. Блин, ребят, я даже не знаю, как мне тут быть. Хм, давай поставим сюда вот ловушку. Опа-на, ты посмотри, что происходит, ребят. Мне кажется, тут не вариант. Надо переигрывать. Так, ну что же, давай пробовать. Я не знаю, ребят, на самом деле очень сложно все. Не так все простенько. Но без акулы нам здесь, по-моему, действительно не обойтись. Как бы мы ни хотели, как бы мы здесь с вами ни старались, никак не прокатит. Так, акулу, куда нам ее? Нам, наверное, надо... Ну, одну вот сюда вниз обязательно поставим. Вот здесь вот влепим мы ее так. Предположим. Так, акула, кушай их всех тут, пожалуйста. И давай, наверное, мы вот сюда поставим миньонов. Потому что сейчас тут еще появятся две лестницы, да? И они отсюда начнут бежать. Так, секунду, погоди-ка. Что-то немножко не так. Так, ну что, ребята, поехали. 14-я у нас миссия. Начинаем, наверное, мы с вами, как всегда, с генераторов. Так, они пойдут у нас вот отсюда, да? Они отсюда пойдут. Мы поставим вот так вот первоначальные с вами ловушки здесь, понавтыкаем. И надо нам генераторы поустанавливать. Так, потом они будут вот здесь, да? Потом они пойдут вот сюда, вот в эти вот двери. Мне бы, по идее, надо было бы здесь, ребята, акулу поставить, по большому-то счету. Так было бы эффективнее. Так, у нас, смотрите, что.
эти спасатели, да? Малибу, елки-палки, идут. Хорошо. Будем обороняться. Как только можно. Давай вот сюда, наверное, еще миньонов поставим. Воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Зачем так много? Зачем так много врагов мне дают? Ниндзи! Это, ребята, плохо. С ниндзями лучше не шутить. Так, они пойдут вот сюда. Верно? Да, верно. Они пойдут вот сюда вот. Поэтому давайте, ребята, как-то сделать оборону. Здесь нужно нам. Причем довольно хорошую. Опачки! А вот это, ребята, засада. Честно вам скажу. Они пойдут наверх сейчас. Я не знаю, как-то нам тут нужно обороняться. Причем вообще по-черному. А мне даже и поставить некого, да? Слишком здесь их много. Так, ну что, ребята, 14-я миссия у нас. И давайте будем здесь ставить обороночку. Блин, опять я про генератор забываю. Постоянно вот так вот происходит все. Давай, наверное, сюда шипы поставим. Короче, нам нужно с вами, наверное, вот этот этаж хорошенько обустроить. Вообще хорошенько, потому что здесь будут ниндзи. Здесь будут у нас ниндзи, поэтому давайте сразу же приступать. Так, давай еще, наверное, сюда двух миньончиков влепим. Так, генератор какой-то надо вот сюда, наверное, еще один поставить. Так, заморозку. В обязательном порядке, пускай она их замораживает. И еще, ребята, миньонов. Так, сюда бы, знаете что, акулу бы не помешало. Хотя, я даже не знаю, нужна ли она нам здесь. Акула-то эта. По идее, нужна. Так, куда вот эта лестница ведет, ребят? Я не знаю, не лестница, а дверь. Куда она ведет? Куда он сейчас выйдет? Так, он зашел в эту дверь. И где вышел? Наверху. Он пойдет вниз. А, вот, черт подери. Только не говори, что ты... Только не говори, что ты сейчас появишься у принцессы. Нет, ребята, он не появился. Хорошо, ладно. Давай вот сюда гарпун влепим с вами. И вот. И почему не могу? Блин, я не могу, ребята, потому что вот так надо делать. Так, лестница. Они будут сюда хоть прыгать там мне? Они прыгают. Ну что, ребята, 14-я миссия у нас с вами на кону, поэтому давайте быстренько сейчас будем здесь с вами разбираться. Так, во-первых, здесь вот это все поле я, наверное, сейчас усею просто-напросто генераторами. Наверное, хотя кто его знает. Давай вот так вот сделаем. Шипы сюда поставим, заморозку. Ага, ползет гаденыш, да? Шипы, заморозка, миньоны, как же без них? Без них тут никак, ребята. И нам нужны щупальцы. Вот так вот щупальцы будут. Давай еще один генератор сюда поставим. И еще одни щупальцы. Все, вот так вот. На первых порах, ребят, нам пока хватит. Дальше еще один генератор поставим сюда. Шипы. Так, шипы, наверное, сюда мы влепим еще заморозку с вами. Че, миньоны всех, что ли, забомбили мне? Да, ребят, забомбили они всех. Так, ниндзи ползут. Ниндзи ползут, ё-моё. Так, что они? Они сейчас будут... Они тут будут сейчас выпендриваться, ребята. Ёлки-палки, ты посмотри, сколько здесь. Давай шипы срочно. Не шипы, а щупальцы ставить. Прорвался, да, все-таки один гаденыш? Он, ребят, прорвался. Опа, стрелок бежит. Ребята, стрелок у нас тут на подходе. Вот сюда вот капельные ловушки все эти выставляют. Так, что, справляемся или нет? Я пока не пойму. Вроде пока справляемся. Так. Супермен, ребят, летит снизу. Мы это видим прекрасно, да? Давай вот так вот сделаем. Акула. У нас, ребята, появилась акула. Давайте, наверное, ее вот сюда поставим на всякий случай. Так, тут еще идут у нас рыцари. Погоди-ка, погоди-ка, ребят. А куда этот супермен полетит у нас? Он полетит наверх, верно ведь? По-моему, да, наверх он полетит.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, ребята, здесь гарпуны поставим, я не знаю. Так, предположим, вот так это будет все дело выглядеть. Кстати, вот сюда тоже надо капельную ловушку поставить. Опа, рыцарь идет. Ребята, идет рыцарь. А он пойдет у нас вот в эти вот ворота. Это я вам точно говорю. Он пойдет вот в эти ворота. Вот он, гаденыш. А у меня здесь оборонки нет, да? Подбили мы его, отлично. Так, кто, что, где тут дальше у нас, кто будет? Я даже не знаю, ребят. О, жесткий, жесткий, ребята, уровень на самом деле. Так, еще один супермен сюда летит. Смотрите. Так, а куда он? Он полетит наверх, а дальше что? А дальше куда он там? Он никуда, он дальше вниз полетел, ребята. Так, кто там бомбит где-то, ребята? Кто-то стучит, я не пойму. Наконец-то, наконец-то мы прошли с вами этот уровень. Согласитесь, это было очень и очень сложно. Просто жесть. На самом деле я этот уровень перепроходил, если честно, ребята, раз 9, наверное. А может быть даже и больше. Фух, ну что же, у нас с вами 15 уровень. Поехали, будем смотреть, что нас ожидает тут. Поверьте мне, ничего хорошего тут нас не будет ожидать, потому что я больше уверен, что он еще сложнее будет. Причем в разы. Так, давай, наверное, мы возьмем это. Акула мне здесь, ребят, на самом деле очень хорошо заходит. Очень хорошо. Да, конечно, проблема в том, что она очень дорого стоит по энергии, но она того стоит. Так, смотрим. Откуда эти олухи, интересно, попрут? Как вы думаете, а? У нас две принцессы здесь. Довольно хитрая такая комбинация тут стоит. Так, ну, предположим, если олухи эти идут сюда, давайте акулу для начала влепим. Не знаю, правильно я делаю, неправильно. Первый, как говорится, уровень у нас пробный. Я делаю, как говорится, разведку боя. Будем с вами просматривать все, что к чему и почему. Так, давай щупальцы. Так, нужен нам, ребята, генератор, скорее всего. Генератор вот сюда я поставлю. Лестницы будут... Ох ты! Вот это нежданчик для меня. Теперь самое интересное знать, куда вот эти вот ребята ведут ворота все, понимаете? В какую сторону они побегут, вот я к чему говорю. Так, все, ага, все, я понял, ребята. Тут он будет прыгать, потом сюда и вот сюда, да? Хорошо, ладно, предположим, ребят. Да я на всякий случай вот сюда поставлю пару стрелков. Вот сюда, наверное, заморозку влепим. Что там происходит, я не пойму. Я вижу уже стрелки здесь у нас вовсю буянят. Так, у меня... Ага, вот они как идут. Все, ребята, я понял. Вот сюда они будут прыгать. Соответственно, надо шипы тут выставлять. Вот сюда надо шипы врезать. Так, давай-давай-давай, прыгай сюда, олух. Ну и по возможности, наверное, нам нужно здесь щупальца поустанавливать. Вот как-то так. Слушай, самое интересное... Самое интересное, что... Давай вот так вот поставим сюда. Мало генераторов, давай побольше мы сюда, наверное, поставим с вами. Ага, миньонов я больше не могу туда поставить. Они идут... Ох ты, самая основная куча идет через верх. А я-то тут сижу, блин. Ёлки ты палки, ты посмотри. Вот это я лопухнулся, ребятули. По идее-то надо было... Ай, поздно уже. Уже, наверное, поздно. И тут еще и конник. Смотрите, ребят. Еще и супермен. Нет, вы серьезно, что ли? Вы серьезно, вот это вот? Эй, куда, чего? Не знаю, я в кумане положил. Что он там делает? Ох, мои миньоны просто как эти лопаются. Мне кажется, тут, ребят, не вариант. Честно говоря, я не знал, что они будут именно... Да хоть куда-нибудь, дайте мне поставить ловушку-то, ёпарсете. Не может быть, ребята. Неужели я отбился? Да, но это только начало. На самом-то деле.
Так, давай везде шипы, ребята, вставлять. Где есть возможность, должны быть шипы у нас. Так, генератор куда его? Сюда поставить, что ли? Ох, ёкаламане, а тут-то что происходит? А эти ребята уже идут наверх, да? Они уже идут наверх. Именно за принцессой. За второй, конечно же, ребят. За второй принцессой. Вот за этой, которая у нас стоит в данный момент вот здесь вот наверху. И как вы мне прикажете ее защищать, я пока не знаю. Не пойму, если честно. Так, рыцарь. Подбили мы его. Сейчас вот этот рыцарь пойдет. Там что у нас наверху-то? Все хорошо? Да нет, ребята. Наверху совсем не все хорошо. Да как? Мне тут ничего разорваться, что ли? Ничего, мне тут прикажешь не сделать. Ох, ядрить. Супермен на Супермене Суперменом, ребята, погоняет. Ты посмотри. И всего лишь два миньона у меня здесь защищают все дело, да? Красота. Что я могу еще сказать? Просто красота неписанная. Дай гарпун сюда поставить. О, защита, ребята. Я ее активирую. Я ее активирую. Я не буду, ребята, рисковать здесь. Ну его нафиг. Так. Да не может быть. Не может, ребята, этого быть. Фух. Ну что же. По-моему, ребята, все. Мы с вами прошли полностью игру. Я сейчас посмотрю, может быть, тут что-то откроется еще. Так, здесь все везде в коронах. Вы это сами прекрасно видите, ребята. Так, здесь у нас тоже все пройдено. 15 уровней. Тоже, по-моему, все с коронами. Да, ребята. Идеальное прохождение. Так, здесь у нас тоже идеальное прохождение. Все с коронами, ребята. Здесь тоже. Я просто, ребят, смотрю, чтобы лишний раз убедиться. Может быть, я где-то что-то пропустил. Нет, ребят, везде абсолютно есть короны. Ну, а вот это, ребята, это просто бонус моды. Это, как вам сказать, для прохождения. Ну, короче, типа челленджа. Сколько дольше ты можешь здесь прожить. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта игра. Надеюсь, вам понравилось, как я ее прошел. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам.